друзья, с вами Лохматая Душа. Ребята, с наступающим вас Новым годом! Сразу хочу пожелать всем вашим близким, родным, детям, внукам, всем, друзья, крепкого-крепкого здоровья и благополучия в ваш дом. Потому что год этот, высокосный, он заканчивается, и дай Бог нам его пережить. А еще хочу сказать, ребята, в преддверии Нового года, огромное вам спасибо за то, что весь этот страшный год вы были с нами. Мои хорошие, от всего сердца, от всей души я искренне вам кланяюсь. От всей души, мои родные. Спасибо, спасибо, миленькие мои. С Новым годом вас, с наступающим. Ты пришла за подарком? Ты пришла за подарком? Да. Друзья, этот сапожок во всем мире символизирует подарок другу, подарок семье, подарок родственнику. Друзья, это семейный праздник. Так вот, я хотела бы сказать вам, ребят, в ваших силах на Новый год наполнить этот сапожок. Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо вам за то, что вы есть у нас. Большое, огромное спасибо от всех собачек, от всех кошек. Спасибо, что вы с нами. Дорогие друзья, спасибо. Дорогие соратники, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Год был тяжелый. И надеемся, что все плохое останется в этом высокосном году. Следующий год, 21-й, слава богу, не высокосный. Надеюсь, что он принесет нам много позитивных моментов, много пристройств наших подопечных, гостиков. С наступающим вас Новым годом! Друзья, волонтеры приезжают к нам. И не только волонтеры, приезжают гости, смотрят, знакомятся. Прочитав негатив в интернете, многие хотят убедиться в том, что у нас или плохо, или хорошо. И я счастлива, что люди улыбаются, уходя от нас. Многие плачут, но плачут не от того, что плохо, а от счастья. А еще, разумеется, жалко тех, кто сидит в вольерах. Ребята, потому что каждое животное хочет найти свой дом. И мы в этом им помогаем. Друзья, я от имени всей лохматой души благодарю всех наших гостей, наших волонтеров, тех, кто приезжает, несмотря ни на что, снег, дождь, они приезжают в приют и помогают нам. Друзья, спасибо огромное, зоозащита, мой искренний вам поклон, благодарность, все, что можно передать добрыми словами, я вам передаю. Держитесь, мои хорошие, потому что в России очень трудно, очень. И вы на первом фланге, и сейчас, потому что мы еще только учимся быть зоозащитой. У нас нет ни законов, ничего, мы только учимся. Но, ребята, доброта, она нас объединяет, она спасет мир. Я в это верю. Дай Бог вам всем здоровья. Спасибо вам. Дорогие наши подписчики, от всей души поздравляю вас с Новым годом. Спасибо вам огромное. Желаю вам, ну, массы улыбок, массы добра, массы там, всяких положительных эмоций в Новом году. Большое вам спасибо, что вы помогаете приюту, что вы любите животных, что у вас есть просто человеческое сердце. Лохматая душа от всей души своей лохматой благодарит вас за помощь в этом году. И надеется, что и в следующем году вы точно будете помогать, также будете верно приезжать и будете верными друзьями нашей лохматой души. Спасибо вам! Дорогие друзья, дорогие наши подписчики, от лица всех волонтеров лохматой души поздравляю вас с наступающим Новым годом. И хочу сказать вам большое спасибо и огромную благодарность за неоценимую помощь, которую вы оказываете нашим подопечным, нашим лохматикам. Надеюсь, что в будущем году вы будете также приезжать, также помогать нашим подопечным. И от всего сердца хочу пожелать вашим семьям, вашим детям, вашим родителям здоровья, благополучия. И главное, чтобы в новом году мы все могли с вами вновь встретиться в нашей лохматой душе. С наступающим Новым годом! Здравствуйте, дорогие друзья! В преддверии Нового года хочу сказать несколько слов
Мы сейчас находимся в приюте. Вот с появлением лохматой души в моей жизни у меня появился новый смысл жизни. У меня произошла полная переоценка ценностей. Вы не представляете себе, какой кайф, когда твоя доля, твое участие есть в спасении животных. Присоединяйтесь к нам. Помогать – это огромное удовольствие. Когда они уезжают в семью, какие они счастливы. Чтобы было больше радостных лиц, людей и счастливых морд собачьих. Конечно, это нужны вложения. И в преддверии Нового года хочу вам пожелать, чтобы на вас, на всех напали большие деньги, чтобы мы могли содержать этот приют, помогать разгружать, помогать пристраивать их дом, благополучие и счастье вашему дому. Дорогие друзья, мы с Герошей поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Этот год был очень сложным для всех людей на планете, но в нашу семью, в нашу жизнь 4 февраля этого года пришло счастье. Белое, лохматое, пушистое счастье, которое дарит радость, удовольствие и счастье. Хочу пожелать всем в этом году обязательно только крепкого здоровья, всем-всем, а лохматой душе особенно, сил, терпения, волонтеров, спонсоров, чтобы они смогли вот этих душ спасать, а мы могли им радоваться. Для тех, кто еще не решил, брать ли собаку из приюта или не брать, берите обязательно. Это огромное-огромное счастье.